Как получить 15 миллионов за квартиру и при этом не менять привычное место жительства? Не освобождать жилплощадь и не пускать в нее посторонних? Как такое возможно? Разберемся. Схема довольно проста и давно опробована. Кредит под залог недвижимости. В банке «Восточный» действует возможность получить кредит под залог недвижимость на достаточно широкий спектр целей – от бытовых и до нужд бизнеса. Соответственно, отличаются и суммы – от 300 тысяч рублей до 15 миллионов. При этом вы все так же можете продолжать жить в своей квартире, доме, никуда не съезжая. При больших суммах и срок пользования кредитом соответствующие – до 20 лет. И если у нас в стране эта практика только набирает популярность, то на Западе это распространенный вид займа. Всем известный Дональд Трамп, за выборами которого следил, кажется, весь мир, активно прибегал к практике кредита под залог недвижимости еще в 70-е и 80-е годы 20 века, чтобы утвердить свои финансовые позиции. Даже если ваши амбиции далеки от построения финансовой империи, то в любом случае кредит под залог от банка «Восточный» избавит вас от необходимости поиска средств на стороне и в сомнительных финансовых организациях. К тому же кредиты, взятые под залог недвижимости, можно использовать для погашения уже имеющихся кредитов. Ставка позволяет. Минимальная ставка по кредиту составляет 16% годовых, что является хорошим показателем. То есть полученные средства можно направить для погашения более дорогого займа. Но даже если такового не имеется, эта ставка все равно остается очень привлекательной, учитывая сумму и сроки, которые предлагает банк «Восточный». Таким образом, вы всегда можете рассчитывать на выгодные условия, обращаясь за кредитом под залог в банк «Восточный». А ваша недвижимость, будь то коттедж, дача или обычная квартира, может послужить вам не только как место для жительства, но и как финансовое подспорье.